такая история. Вот Анжелика Агурбаш, да, тогда она была Лика Елинская, и мы познакомились с ней на Славянском базаре, и она сидела такая немножко потерянная тогда, и как-то у нее что-то не складывалось в этой жизни. Все было не так. Ну, давай, говори. Я ничего не предвещала беды и радости, и счастья. Я белорусская певица Лика Елинская. Участница Славянского базара, я просто в концерте закрытия пою свою песню «Останься». Естественно, там была VIP-комната на Славянском базаре, где были все большие звезды. Но, естественно, нам, белорусским бедным артистам, мы были не входные в эту комнату никак. И вдруг ко мне прибегает с сумасшедшими глазами директор Славянского базара. Говорит: «Анжелика, тебя Лев Валерьянович Лещенко просит подняться наверх». Это я приглашал, да? VIP-комнату. У меня культурный шок. Я прихожу и слышу фразу: «Девочка, ты чудо! Ты чудо, девочка!» И тогда вот только вот так вот мы познакомились. И тогда родилась песня «Мир грез», которую мы исполнили на творческом вечере Игоря Крутого. Но перед тем, как зашла, Миш, да, мне позвонили из белорусского политбюро и сказали: надо помочь девочке. Зачем ты, гад, все сейчас это говоришь? Зачем? Это я для жены. Я сейчас сижу здесь и понимаю, что какое-то чудо произошло и происходит в моей жизни. Тогда я приезжаю в Москву, абсолютно уверена в том, что у меня 4 роскошнейших платья в чемодане. На репетиции Лев Валерьянович так: «Анжелика, в чем ты будешь?» Я: «Посмотрите, вот у меня одно платье, второе, третье, четвертое». Он так посмотрел, мило улыбнулся. На следующий день, в день концерта, в день творческого вечера Игоря Яковлевича Крутого, я захожу в свою гримерную. Висит роскошнейшее красное платье, в котором я вышла тогда на сцену. И вы знаете, вот удивительно, я родилась в простой семье в Белоруссии. И я мечтала, что когда я вырасту большая-большая, заработаю много-много денег, я куплю себе самое красивое в мире платье. Вот представляете, вот одно из таких самых красивых в мире платьев мне досталось. Давай, тогда. Давай, Лепечка. Это красное платье хранится у меня давай, в гардеробной. Папа, давайте споем. Давайте. И я им очень горжусь, очень дорожу им. Столько лет прошло. А мы все такие же молодые, страшно красивые. Да. Вы играли Моцарта, ноты на полу, гаснущий камин. Вы остались, может быть, в мире ваших грез, где цветет жасмин. Вы такая юная, вам и не слышны громы летних гроз. Ночь сияет лунная в мире ваших грез, в мире ваших слез. Мир грез, синий хрусталь, мир грез, лунная даль, мир грез, вы на коне, в мир грез. Можно ли мне мир грез, синий хрусталь, мир грез, лунная даль, мир грез, вы на коне, в мир грез, можно ли мне? Что же вы мне скажете, что нам предстоит миг или года? Выбор прост, мне кажется. Это ваше нет или ваше да? Сердцу что пророчится в мире ваших грез, где цветут сады? Вам поверить хочется в звездный час судьбы, в звездный час судьбы. Мир грез, синий хрусталь, мир грез, лунная даль, мир грез, вы на коне, мир грез, можно ли мне? Мир грез, синий хрусталь, мир грез, лунная даль, мир грез, вы на коне, мир
мир грез. Можно ли мне? Можно.